непорядочные русские предприниматели, когда делают в гаражах, они выдают за новые. Обман уже наверняка происходит в России, когда машина покидает Литву. Из Клайпеды уходят машины в России ворованные. За год угоняли где-то 700-800 машин. Автомобили из Литвы самые дешевые и самые опасные. В маленьких мастерских из трех битых собирают одну иномарку. Обнаружить швы и повреждения практически невозможно. Машины-конструкторы уже давно заполонили Белоруссию, Украину, Казахстан и Россию. Кто умышленно скрывает аварийное прошлое автомобилей? Кому выгоден международный криминальный бизнес? Мы взялись за это дело, провели свое собственное расследование. Это будет «Честный детектив». В Калининградской области купить угнанный автомобиль довольно-таки просто. Местные преступные группировки вот уже 10 лет поставляют в регион престижные иномарки с криминальным прошлым. Их воруют под заказ. Любой год, любой цвет, коробка-автомат, кожаный салон, в общем-то все, что захочет клиент. Главное, чтобы платили наличными. На машину руку. Ноги. 40 тысяч евро просили злоумышленники за новый BMW X5. Его угнали на днях за границей. Поддельные документы прилагались к ключам. Очередную незаконную сделку сорвали сотрудники калининградского УБОПа. Непонятно, каким образом криминальный автомобиль беспрепятственно пересек пограничные и таможенные посты. По мнению экспертов, в самом западном регионе России у преступных группировок сложились давние теплые отношения с некоторыми представителями силовых и таможенных органов. Ведь без их участия в теневом бизнесе бандитам не обойтись. В Калининградскую область попадают не только угнанные иномарки, но и так называемые литовские конструкторы. Это машины, собранные из запчастей и агрегатов, когда-то принадлежавших совершенно разным автомобилям. Зачастую у этих железяк на колесах с документами все в порядке. Но об их прошлом продавец никогда не расскажет. Зачем пугать клиентов кровавыми историями машин? По хорошо отлаженным каналам литовские конструкторы попадают в Калининград. Причем не штучно, а трейлерами. Затем их перегоняют в другие регионы России. Этот паром прибыл из Америки. На его палубе и в грузовых отсеках помещается 120 огромных контейнеров. В Литву транспортные компании доставляют продукты, запчасти и, конечно же, автомобили. У грузчиков здесь всегда хватает работы. Самое нелюбимое их дело – вытаскивать из контейнеров покореженные иномарки. Nissan 2005 года пришел к Клайпеду рано утром из Америки. С помощью разных приспособлений его извлекли наружу. Битый внедорожник был куплен на аукционе. Получатель внимательно осмотрел покореженную машину. По его словам, уже через 2 недели этот Nissan будет как новенький. Ему искусно придадут товарный вид, поменяют крылья, капот, крышу. Вместе с Nissan в одном контейнере прибыл в Литву и вот этот Lexus. У него незначительные повреждения. Все тот же хозяин пообещал, что в Россию Lexus въедет отремонтированным уже через пару дней, наверняка будет продан за большие деньги. Портовые стоянки забиты еще и сгоревшими машинами. Конечно, восстановлению они не подлежат. Покупают их только ради документов. Позже угонщики найдут такую же модель иномарки и присвоят ей номер кузова «сгоревший». Так происходит подмена и легализация ворованных автомобилей. Получатели иномарок из США рассказали нам о своем бизнесе. Трудятся они в основном нелегально. Налоги не платят ни в Литве, ни в России. Все операции совершаются только черным налом. По словам автобизнесменов, так работает большая часть местного населения.
Клайпеда не только главный порт Литвы. Здесь она считается еще и самым криминальным городом. Уехать из порта на престижном американском автомобиле не так уж просто. Возле ворот дежурят представители местных преступных группировок. Они тщательно отслеживают прибывшие из США иномарки. В прошлом году в маленькой Клайпеде было угнано около 800 автомобилей. В основном машины воруют местные литовские группировки, а там с России, с Казахстана, с Беларуси. Эти машины только перекупают уже с подделанными конкретно документами и увозят к себе на продажу. Из Клайпеды уходят машины в России ворованные, потому что и в прошлом году была выявлена даже не одна группа, которая воровала здесь машины. Сильно даже не подделывала документы, а просто вешали номера и просто их отгоняли через границу. С похожими документами, ну, от похожей машины. В портовом городе исчезают не только иномарки на своем ходу, но и те, которые побывали в страшных авариях. Их воруют целыми трейлерами. На трассах полицейских постов не найти, их попросту нет. Так что угонщикам бояться здесь некого. Как правило, побывавшие в авариях машины автоворы сдают на так называемые площадки разбора. Таких контор здесь видимо-невидимо. В закрытых ангарах товар с темным прошлым моментально разбирают на запчасти. Двигатели складируют в одном подвале, двери и кузова в другом. Номера основных агрегатов уничтожаются тут же. Спустя некоторое время эти детали выставляются на продажу. В Литву машины попадают вот в таком состоянии. На этой площадке иномарки пилят и разбирают. Здесь можно купить любые запчасти, причем недорого. Из таких вот деталей получаются якобы новенькие автомобили. Сюда приезжают представители подпольных и официальных автомастерских. На площадке разбора богатый выбор. При этом не обязательно, например, покупать целиком кузов. Можно вырезать только ту часть, которая необходима для ремонта. Машины режут, как консервные банки. Откуда эти детали и как они здесь оказались, никого из покупателей особо не волнует. Похоже, что теневой автомобильный бизнес тесно связан с криминальными группировками, опутавшими всю Литву. Одни привозят автомобили из Америки, другие их угоняют. Третьи перебивают номера и подделывают документы. Четвертые из трех битых машин делают одну. Автомобильная лихорадка давно охватила всю республику. Вхождение Литвы в Евросоюз пока никак не сказалось на изменение внутренней криминальной обстановки этого независимого прибалтийского государства. Как нам показалось, ни власти, ни полиция Литвы пока не могут покончить с главными теневиками автомобильного рынка и сделать этот бизнес прозрачным, а главное, честным. В Литве организованный черный бизнес, можно так выразиться, и он существует. И существует уже не первый, не последний, как говорится, год. Конечно, попадается и в этом потоке криминальные машины. На крупных автомобильных рынках Литвы никто не может дать и 10% гарантии того, что вы купили машину с чистым прошлым. Правду говорить здесь не принято. Каждый продавец хочет побыстрее избавиться от своего товара. Недалеко от портового города Клайпеда есть автомобильная ярмарка. Она расположена на окраине Каунаса. Здесь продают до 5000 машин в неделю. Покупатели в основном россияне. По данным полиции, сюда тоже привозят автомобили с криминальной историей. Наши земляки любят покупать битые машины также и на Мариапольском рынке. Там берут не по одной, а сразу по 7 штук. На трейлеры загружают когда-то побывавшие в авариях автомобили и развозят по сервисам. Как правило, ремонт в этих местах стоит недорого. Отреставрированные и реанимированные иномарки со следами скрытых операций по металлу пересекают границу и оказываются в России. Кто и как умело скрывает аварийное прошлое автомобилей, смотрите сразу после рекламы. Вильнюсские гаражи и автосервисы берутся за любую сложную работу. Искореженному металлу они дают вторую жизнь. Как правило, в таком состоянии в Европе и Америке автомобили уже никто не ремонтирует. Их отвозят на свалку.
Ведь восстанавливать машину после аварии за границей очень дорогое удовольствие. Проще купить новую. Без колес, стекол, дверей, капотов, багажников, крыш, крыльев, залитыми кровью салонами, то, что когда-то называлось автомобилем, охотно скупают российские и литовские коммерсанты. Чем больше повреждений, тем ниже цена. В самом Вильнюсе и на его окраине работает много подпольных автомастерских. Полицейские их не трогают. Между нелегалами идет серьезная конкуренция. Теневых контор насчитывается более 200. Правда, есть и несколько крупных официальных автосервисов, но их можно пересчитать по пальцам. Эти автомобили побывали в страшных автокатастрофах. На сработавших подушках безопасности видны засохшие следы крови. Что стало с водителями этих машин и остались ли они в живых, никто не знает. В один из вильнюсских легальных автосервисов битые автомобили привозят еженедельно и крупными партиями. Как правило, эти машины куплены на закрытых аукционах Америки и Канады. Кроме русских, литовских коммерсантов, сильно битые иномарки никому больше не нужны. При балтийских гаражах и автосервисах из хлама делают конфетки. Но просто волшебники эти литовские парни из мастерских. В этом сервисе главный магистр ремонтных работ Чеславос Петкявичус. Более 30 лет он профессионально восстанавливает аварийные машины. Сейчас у него собственный бизнес. В отличие от своих вильнюсских коллег, он работает легально. У Чеславоса целая команда мастеров. Они-то и колдуют в цехах над заокеанским металлоломом. Целыми днями здесь кипит работа. Заказов хоть отбавляй. Среди постоянных клиентов много русских. Бытует такое мнение, что в Литве машины плохо изготовлены. Но это неправда, потому что в сервисах такой, как мой, выполняют работу качественно и с гарантией. Действительно, прямо на наших глазах рабочие ювелирно зачистили швы кузова вот этой Toyota RAV4. Поменяли крылья, двери, бампер, фары. В результате получился почти новенький автомобиль. Его скоро доставят в Москву. О том, что привезенный из Америки RAV4 был реанимирован в литовском автосервисе, будущий владелец никогда не узнает. Литовские мастера считаются самыми лучшими. Они, как утверждают сами, хорошо и качественно шпаклюют, шлифуют, вытягивают лонжероны, отрезают лишние детали и крепко приваривают нужные. Переплавляют бамперы, заново прокладывают проводку, скрывают швы, меняют агрегаты и снова красят. У каждого сотрудника сервиса отдельный ответственный участок работы. О достижениях своего предприятия с нескрываемой гордостью рассказал нам сам Чеславос Петкявичус. У этого «Мерседеса» когда-то не было вообще передней части, да? Полностью передняя часть отсутствовала, потому что она была сильно разбитая машина. Угу. Мы заменили капот, как видно, поменяли крыло, так. Вытянули лонжероны, поменяли переднюю панель, угу. И усилитель бампера. Внизу, где мы... внизу что у нас? Внизу, внизу мы обработали аэрозольным цинком, для того, чтобы не было ржавчины, чтобы она не ржавела, потому что мы даем гарантию клиенту в течение там, год-двух, она не будет ржаветь. То есть фирма гарантирует? Фирма гарантирует. И безопасность? И безопасность тоже. То есть за два года с этой машиной ничего не случится? Ничего не случится. Ни один шов не разойдется, ни один болт не отвалится. Ну, естественно, если отвалится, и что, мы разорились бы, потому что клиенту был бы возврат. Угу. А возврат – это очень дорого и невыгодно. У Чеславоса много клиентов из России. Как правило, они просят сделать из металлолома новенький автомобиль, как, например, вот этот «Мерседес». Когда-то у него была полностью разбита задняя часть. Ее отрезали и приварили другую, снятую с такой же машины. Очень скоро этот конструктор будет готов. Осталось спрятать швы от сварки и тщательно все закрасить.
Хозяин будущего автомобиля экономит на всем. Например, просит не ставить подушки безопасности. Тем более, что во время продажи обнаружить, есть они или нет, невозможно. Только после серьезной аварии может выясниться, что туда положили обычные полиэтиленовые пакеты. Русских мы заставляем ставить в подушки безопасности, но русский народ жадный и не разрешает нам. В очередь на ремонт стоит еще один железный монстр. Это то, что когда-то называлось «Опелем». За границей после аварии автомобиль точно бы утилизировали, но русские купили его и притащили в Литву. Удивительно, но вот это в ближайшее время своим ходом поедет на продажу в Россию. За сколько времени можете сделать автомобиль новым? Ну, месяца за два. За два месяца можете все сделать? Да. И, в принципе, придраться к вашей работе будет невозможно? Не к чему. Что вы меняете здесь, сразу говорите? Ну что, двери поменять надо. Так, дальше мы идем по машине, смотрим. Значит, дверь меняете. Дальше, да. Дальше, дальше пойдем. Значит, дальше что мы меняем? Крыло, конечно, меняется. Меняется. Капот так, меняется. Меняется. По кузову, ну, там дальше лонжероны как. Ну, четверть машины. Меняется. Так. Крыша меняется. То есть практически все меняется? Да. То есть это все будет сниматься, да? Да. То есть это металлолом? Металлолом. И сколько ремонт обойдется вот гражданину России? Ну, примерно 6-7 тысяч долларов. За 6-7 тысяч долларов можно сделать новый автомобиль? Да. Вы прям как фокусники. Ну, фокусники, не фокусники. Ну. А, работаем. Volvo когда-то побывал в автокатастрофе. Передняя часть целиком отсутствовала. Но теперь следы ударов вообще незаметны. Золотые руки литовских парней все исправили. И всего-то за две недели. Этой части же не было, да? Этой же части все было разбито. Ну что, бампер разбит был, фары. Так. Панель, радиаторы все. То есть панель это вся новая, да? Да. Панель там по двигателю, там стартер. Угу. То есть все поменяли? Да. Ну вот эта машина Infiniti, привезена она из Америки. Так. Ну, как видно, тут повреждения тут не сильно такие. Ну как не сильно? Смотрите, большие. Разбито, ну, разбито. Ну, разбито. Передняя часть. Ну, передняя часть побита, но. Поменяется капот, так. Поменяется крыло. Тут такую машину можно сделать в течение недели. И все. И все. И будет как новая. И машина будет как новая, и будет это с гарантией, даже не просто так. Ага. Скажите, но не специалист может определить, что вы когда-то ее ремонтировали? Нет. Нет. В автосервисе есть специальная лаборатория по подбору красок. Здесь с помощью компьютера составляют формулу нужного цвета. Красит точно так же, как на настоящих автомобильных заводах. Ведь именно правильно подобранная краска и скрывает следы ремонта. Обо всех этих фокусах и секретах литовские умельцы честно рассказывают своим клиентам. Переделкам-конструкторам выдают пакет документов, где указаны все ремонтные работы кузова и основных агрегатов. В официальных автосервисах никто никого не обманывает. Махинации с автомобилями происходят уже на территории Российской Федерации, когда машины, побывавшие в авариях и реанимированные в Литве, выдают на авторынках за просто бэушные с небольшим пробегом и свежим годом выпуска. На каждой такой автомобильной сделке российские аферисты зарабатывают от 10 до 25 тысяч долларов. При этом поймать за руку нечестного продавца практически невозможно. Далеко не каждый эксперт, не говоря уже о рядовом покупателе, сможет найти замаскированные следы кузовного ремонта. По мнению автомобильных специалистов, самые опасные железяки на колесах собирают именно в подпольных гаражах. Ни о каком качестве говорить здесь не приходится. Иногда в автосервис Чеславоса пригоняет на переделку автомобиль, побывавший перед этим у нелегальных мастеров. Исправлять ошибки приходится неделями. Подпольщики, как у нас называют их гаражники, это самый большой вред приносит и Литве, и имиджу Литвы. Русским предпринимателям выгодны гаражные сделки, потому что это дешевле. Непорядочные русские предприниматели, когда делают в гаражах, они выдают за новые. Конструкторы из подпольных гаражей выставляют на продажу на многих вильнюсских торговых площадках. Если здесь спросить, была ли машина в аварии, вам обязательно ответят «нет».
Обнаружить дефекты и швы нам помог специалист-консультант из Канады. Как бы такая машина в Америке, вероятнее всего, стоила 1015-17, включая ее ремонт, переправку. Ее окончательная стоимость здесь 34 тысячи евро. Она была ремонтирована. Вот видите, как бы правая сторона. Зазор под фарой. Тут немножко больше, тут меньше. И это говорит о том, что эта сторона была повреждена. Видите, машина, она, видать, тоже после ремонта сделана достаточно небрежно, потому что исходятся зазоры. Остатки краски есть на дверях. Она, видать, была бита и делана, и как бы сделана не очень культурно. Это даже видно, причем невооруженным глазом. По словам канадского специалиста, во многих странах уже научились с помощью хитроумных приборов определять скрытые повреждения автомобиля. В России пока нет. В Литве бизнес на железных конструкторах приносит огромные деньги. Автомобили, побывавшие в катастрофах, получают в гаражах и автосервисах вторую жизнь, в отличие от их бывших владельцев. Металлолом на колесах ремонтируют и снова пускают на дорогу. Конечно, салон битой иномарки тщательно отмывают от крови. Переваривают и переделывают кузов. Но кто может дать гарантию, что это реанимированное чудовище не развалится прямо на скоростной трассе в потоке других автомобилей? Чьи жизни эти монстры снова заберут? Московские авторынки завалены литовскими железными конструкторами. Здесь уж точно никто не расскажет настоящую историю автомобиля. Наш совет. Будьте бдительны, не связывайтесь с незнакомыми продавцами и не верьте им на слово. Таким мы увидели литовский автомобильный бизнес. Это был честный детектив. Выводы делать только вам. Смотрите в следующем выпуске программы «Честный детектив». Впервые российские журналисты попали на закрытые аукционы Америки и Канады. Что такое «Селвидж»? Кто и зачем умышленно уничтожает эту отметку в документах? Это очень важная надпись, которая означает, что это нечистый автомобиль. Как обманывают российских покупателей? 500 000 машин здесь продали в прошлом году. Значительная часть из них отправилась в Литву и Россию. Журналисты «Честного детектива» проследили весь путь покореженных иномарок от покупки на американском аукционе до продажи в России. Смотрите в следующую субботу. Продолжение программы «Кровь на иномарках». «Селвидж», часть вторая.